Нужно действовать быстро, Фишер. Нам нужны доказательства того, что Феронг представляет отмежевавшуюся фракцию оппозиции китайского правительства. Я все еще ограничен в действиях в посольстве. Совсем нет. Ты можешь применять силу. Пятая степень свободы ко всем, кроме Фейронга. Мы не можем убить его до того, как достанем доказательства. Это уже не политика, это война. Ближе подобраться мы не можем. Ламберт боится, что Фейронг заметит нас. Мы все сделаем. Постарайся, агент. Я не хочу войны. А что, если он взорвется по пути? Полковник сказал, что это невозможно. Почему? Я на месте. Но он не заряжен. Это очень точный механизм. Иди на свет. Фишер, тут везде понаставили дверей с кодовыми замками, а мы не можем рассчитывать на то, что разведка сможет подобрать код. Тебе придется поимпровизировать. У нас есть идея насчет кодовых замков. Говори, Грим. Средняя температура посольства достаточно низкая для того, чтобы отследить тепловую разницу на клавиатуре. Стоит попробовать. Эти двери — наша единственная возможность. Полковник, мы уничтожили все карты памяти. Переходим к жестким дискам. Грим, как это выглядит? Я не знаю, насколько мы сможем это использовать. Они почти все начисто вытерли. Ламберт, взгляни. О, черт! Мы только что обнаружили пропавший америций 239. Свяжусь с тобой через секунду, Фишер. Новое задание, Фишер. На складе посольства стоит конвой грузовиков. Они не должны выехать.
Я знаю, что у тебя нет достаточного количества взрывчатки, но... Но все, что заправлено топливом, является бомбой, готовой взорваться. Я должен беспокоиться о радиации. Компоненты не соединены. Ты не сможешь вызвать ядерную реакцию. Это Колдберон. Объявляю боевую тревогу всем войскам. Повторяю, боевая тревога. Николадзе бросил нас. Всем полная готовность приготовить конвой к отправке. Я, что это было? Зенг, Лянг, мы скоро выезжаем. Перейдите на пост в главном холле. Есть, сэр. Слышал.
нам не нужен Николадзе. У нас есть план. А как же арт? Он нам не нужен. Я убью его. Какую-то активность. Спасибо. Не за что.
Хватит, Пенк. У нас топлива более чем достаточно, и нам пора отправляться. Хорошо.
Прекрасная работа, Фишер. Теперь они никуда не поедут. Теперь генерал. Точно. Мы думаем, что он и его компьютер находятся в офисе посла. Тебе нужен живой Фейронг, чтобы получить доступ к его данным. Генерал пытается покончить жизнь самоубийством. Где ты? В его офисе! Быстрее! Я пристрелю тебя. Только не в лицо. Ты американец. Ты причина всех моих бед, да? Может, ты сделаешь мне одолжение и убьешь меня? Я собираюсь вытащить данные из твоего компьютера, и ты поможешь мне. Иди к черту. Ты не сможешь заставить мертвого. Ты пока не мертв. Остаток жизни — вот все, что у тебя есть. А то, насколько он будет мучительным, зависит от твоего содействия. Моя жизнь была мучительна еще до того, как ты здесь появился. Делай, что хочешь. И сделаю. Куда сбежал Николадзе? Я не знаю, мне все равно. Он сбежал. Он предал тебя. Ты не должен хранить ему верность. Надеюсь, что вы найдете и убьете его, но я не знаю, где он. Фантастическая работа, Фишер. На своей работе я видел и больших самоубийц. Грим, что с данными? Это полностью отделяет Фейронга от китайского правительства. Фантастика! Отправляй главное в генеральный штаб. Остальное мы переправим в Китай через ЦРУ. Фишер, мы закончили с Мьянмой. Встречайтесь с Коэн и выбирайтесь отсюда. Йен, мы слишком рьяно стали стекать документы. Огонь уже переместился на...